Украинская сборная – одна из главных претендентов на победу в командном чемпионате мира по шахматам среди женщин. Примечательно, что Украина привезла в Астану свой олимпийский состав без изменений. По словам капитана команды Михаила Бродского, на чемпионате представлены лучшие шахматистки Украины во главе с действующей чемпионкой мира Анной Ушениной. За плечами каждой много достижений. Они были олимпийскими чемпионками. И, допустим, Лагнот была двукратной чемпионкой Европы. Жукова тоже была чемпионкой Европы. Плюс многочисленные медали в командных чемпионатах мира и Европы и всемирных шахматных олимпиад. Ну, команда формирована по спортивному принципу, соответственно. Все сильнейшие на данный момент участвуют. Украинские спортсменки дважды завоевывали бронзу на командных чемпионатах мира в 2007 и 2009 годах. Михаил Бродский тренирует женскую сборную с 2011 года. Работа, по словам тренера, трудная, но интересная. За 3 года совместного сотрудничества было сыграно много крупнейших соревнований. Мы вместе сыграли чемпионат Европы в Порто-Карасе. В 2011 году чемпионат мира прошлый, который был в Турции, в Мардине. И Всемирную шахматную олимпиаду в Стамбуле в 2012 году. Но до этого они в 2006 году выиграли Всемирную шахматную олимпиаду в Турине, а в 2008 поделили первое и второе со сборной Грузии и только по дополнительным показателям остались на втором месте. На всемирных олимпиадах команды Казахстана и Украины не встречались уже более 10 лет. Последний матч в 2002 году закончился победой наших девушек 2-1. Интересно, что на первой доске за наших соперниц тогда играла Наталья Жукова, а на третьей – Анна Затонских, ныне выступающая за США. В третьем туре 4-го командного чемпионата мира по шахматам среди женщин команды Украины и Казахстана встретятся вновь.